Вот пока в гору поднимались, она вот что с собой сделала. Видишь? Люди добрые. Такая чурка получилась. Крутимся вокруг нее. Подожди, держи. Смотри, сожжешь. Температура высокая. Она железная, хоть не железная. Ой, стеклянная, не стеклянная. Ну ладно. Ну понятно. Кидаем. Что мы будем делать? А будем делать мы вот что. Провалилась куда-то. Тих. Что значит сухое дерево, да? А вчера березу в мокрую не могли воткнуть сразу с первого пинка. Все? А, небольшую. Тоже не хочет. А, чувствуется, в дырки попадает, да? Так, ты еще потом с той стороны хочешь, да? Да. Дырок-то сверлить. Конечно. Погнали. Так, как всегда, скоро. Подожди. Показывай. Как показывай? Что-то не это. О, готово. Все, валим или еще спилить будем? Будем. Так. Здесь. Живой, у нас все ходы записаны. Как все получилось? Ну что тут? Ничего не видно. Все здесь. Готово? Будем пробовать? Будем. Где? Прямо здесь будем пробовать? Нет. На берег пойдем? На берег. Правильно. Готово? Да, опилки-то пускай бы оставались. Не? Нет. Надо, чтобы дырка была качественная.
Только покажи мне дырку. Под таблетку хватит? А? Надо, чтобы тяга была. Ну все, таблетку сейчас туда бросим, попробуем. Я таблетку взял. Все должно получиться. Забрызгал всю чурку кровью. Все нормально. Чур, жжешь. Не садись на пенек. Фотик. Чик. Все. Еще что ли кто-то идет? Или это народ? Все, назад двинули. Слева речка, справа речка. Там еще одна есть, выше. Вот за этой черной дамбой. Мне интересно, сколько здесь глубина у них. Одни говорят до 40 метров. А зачем камеру привязывать? Ну камеру можно, надо, только аквабокс, она до 60 метров опускается. Ну вот и заодно и испытаем. Если воды не берет, значит тут или больше 60 метров. Или камера врет, но производитель, вернее, камера. Вот видишь железяка. Вот на ней, да? Сюда эту чурку. Печка-то есть. Есть. Все потухло. Потухло. Вот. Видал, какая жарища там. А что она потухла? Я что, ее потушил, что ли? На. Ой. Загорелась? И потухла. Ну, видишь, не горит. А нет, горит. Сильно думал. Наверное. Короче, получилась свеча у нас. Да, получилось. Ну, долго что-то мы ее разжигали. Вместо истребины.
и дырочки побольше стали, выгорели. Вот смотри, дырки для тяги больше стали, и гореть стало лучше. То есть надо побольше. Дай подержать немножко чурку. Дай чурку подержать. Ну на, на, подержи. А ну. Как только я чурку беру в руки, она у меня тухнет. Почему чурка у меня в руках тухнет, а? Горит. Нормально? 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 Как Володя этот на гармошке, который играет на баяне. Нормально? Нормально? Нормально, нормально. Нету тяги у меня. Потухло? Нет, горит. Надо вот так вот на ветерок маленько. Я говорю, что чтобы тяга была. Нет. Я поди иду быстро. Да ну. Четко-то как, а? Нет, только посмотри, какие облака ядреные. Во! А здесь вот? А здесь смотри, как она разошлась. Разработалась. Разгорелась. В небе солнце, над степью ковыльной, и хочу я земле в пояс поклониться, той земле, на которой довелось мне родиться. И хочу я земле в пояс поклониться, той земле, на которой довелось мне родиться. Кому огня? Кому огня? Ну все, пришли, сейчас пойдем. Заберем свой сок, который лежит у нас вон там, в кустиках. Чё, лишь только подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы на белых стволах. Появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. Как часто пьянея от светлого дня, я брел наугад по весенним протокам, и родина щедра поила меня березовым соком, березовым соком. Боже, сколько она бежала, пока ждали сходили. Священную память.
бьют ладонушки. Мы помним холмы, поселки родные. Мы трудную службу сегодня несем. Вдали от России, вдали от России. А как ты хотел? Дети было, туманы вот родной стороны. И ветки берез, что на заводе гнутся, туда мы с тобой. А капает, нет, нет, смотри. Ну, блин, а, нет, капает. Однажды ну, вернутся. Собираем, однажды, да? И по домам. Вот. Сейчас попьем. И пойдем. Пол бутылки. Вот сколько. Сейчас попью. Открой нам отчизна просторы свои. Заветные чаши. Вот такой у нас поход сегодня получился. Открой ненароком. Соку набрать. И так же, как в детстве, свечу попробовали сделать. Получилась свеча у нас. Что еще сказать? А, вот сейчас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. И без лайки ставьте. Дизлайки, без лайки. Что-нибудь делайте. Всем пока.